Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды! Ребята, всем привет! У нас сегодня супер экспериментальное видео и, конечно же, большой сюрприз, ребята, для вас. Сегодня мы подготовили конкурс, и он будет очень и очень простым. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Да, ребята, вам всего лишь нужно подписаться на наши три канала, оставить комментарий под этим видео и сделать репост этого видео в своих соцсетях. Все просто, ребята. Комментарий пишите, подписывайтесь на три канала, да я думаю, многие из вас уже подписаны. И делайте репост просто в ВК, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме, где угодно, ребят. Просто репостите этот видосик. Да, и не забывайте поставить лайк также на самом деле. А мы потом случайным образом, специально из программки, не программки, да, сайта, рандомом. Рандомом выберем один комментарий, проверим этот пользователь, чтобы там была подписка, было открыто видео понравившееся, то есть мы там должны увидеть три канала, видео наше, и, соответственно, если все сойдется, то получит победитель 100 тысяч баксов. И 100-й уровень аккаунта. Да, ребятки, от команды Detol, от нашего подписчика, кстати говоря, он является спонсором этого конкурса. Ссылочка на него в описании. Если просто хотите прокачать аккаунт, обращайтесь, он может сделать любого персонажа 100-й уровень аккаунта, кучу баксов, да и вообще любую колоду из магазина. Так что ссылка в описании, ребята. А вы давайте репостите, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. А мы сейчас для вас покажем крутую бойню из Усаги, Сенсея, Сплинтера и Рафа нашего мультяшного. Будут они бороться со всеми боссами, ребята. Поехали! Ставим лайки, не забываем! Тысячонок лайков, я точно думаю, это видео должно собрать. Конечно, ребятки, ведь конкурс хороший, 100 тысяч баксов, на них можно ого-го как много купить. 100 уровень аккаунта, можно прокачать всех персонажей. И Усаги у нас, ребята, Усаги бьет противников тем временем. И у нас первая победа, и впереди у нас экспериментуемый наш големчик. Да-да-да, големчик. Ребята, будем выбирать из комментариев. Кстати говоря, у вас есть большой бонус. Если больше комментариев напишите, то значит у вас есть больше шанс выиграть, ребята. Потому что рандом выбирает из всех комментариев, которые написаны. Ну что, ребята, вот он наш же первый испытуемый. Подопытный кролик, наш лавовый големчик любимый. И сейчас ему надамажим по всем параметрам мощно. 100 уровня атака от Сенсея. Ну что ж, давай, Сенсей, бей со всей силы. Да, ребята, удар меча, 10 тысяч крит, и отлично, повержен наш големчик, мы выиграли. И, ребятки, надеюсь, что вы уже участвуете в нашем конкурсе. Да, пишите комментарии, не забывайте подписываться, и знайте, что мы будем проверять каждый аккаунт, что вы там сделали, потому что, ну слушай, 100 баксов, 100 тысяч баксов, это очень и очень приличная сумма. Конечно, ребята, конечно. Ну что ж, у нас вторая глава. И здесь первая волна у нас. Ух, сейчас мы всем задамажим, ребята. У нас есть две контратаки. Массовые атаки есть. И, конечно же, Усаги наш бешеный заяц, который разносит всех на своем пути. Да, ну, слушай, самая большая ставка у нас на контратаку, потому что с помощью этой способности можно уничтожить любого противника. Да, это точно, ребята. Сенсей и Раф не дают пощады. И мы сейчас просто всех на раз-два выносим. Конечно, персонажи еще слабенькие, но в конце у нас будет Крэнк Прайм, ребята. Вы знаете, самый мощный босс в игре. Посмотрим, как наши ребята с ним справятся. Как вы думаете, справятся они или нет? Да, это интересный вопрос. А сейчас у нас Крэнк из коробок, с которым мы точно справимся. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Да, слабенький Крэнги, совсем безобидный. И Рафи ему дает вот таким вот огненным ударом своего сай, ребята. Да, именно так. Ну что же, у нас следующий босс на подходе. И, конечно же, это наш любимый Шреддер. Обычный классический, в тронном зале сидящий и никак не подозревающий, что к нему придет таких три мощных персонажа, ребята. Три великих воина. Просто безобразных, безмятежных чудовища. Ребятки, да нет, они красавчики, все молодцы. Конечно, мутаген немножко на них повлиял, но ничего страшного. Вот заяц, например, с красными глазами такой мощный стал. Смотри, шапочку свою снял. Мне кажется, он просто мало спит. Просто да. все время
с кем-то сражается, защищает этот мир от злодеев, и поэтому глаза у него красные. Вот так вот, ребята, у нас маленькие маузеры здесь, кланфутовцы, всем по одному удару, и всем отправиться домой, а мы выходим на мощного злодея Шреддера. Ну что ж, Шреддерек, Шреддер. Да, Шреддик, наш любимый, ребята, и его сейчас мы одолеем со всей силы. Итак, появляется, расчехляет свои когти. Когти такие мощные. И, конечно же, Раф ему наносит критический и мощный удар. Да, 6000 всего хелса, ребята, еще и постепенный урон хотел наложить, но не смог, ребятки. А сейчас мы с вами отправимся в лесочек по грибы. Наш любимый лес, куча грибов и, конечно же, одноглазый Джонни. Да, мне интересно, кто будет сражаться против Джонни, а? Кто его сегодня отправит в нокаут? А это мы сейчас увидим. Мне кажется, это будет сенсей мощный своей саблей. Но первый у нас, как всегда, атакует Усаги. Усаги у нас большую скорость атаки имеет, чем остальные. И, конечно же, выносит всех на своем пути. А почему массовую атаку не использует? Потому что там будут грибочки, лучше на грибочков потратить массовую атаку. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Ну давай, да, давай потратим. У нас же просто у Рафа тоже ежи есть. Или... Нет, ни у кого у нас больше массовой атаки, кроме... Точно, кроме как... Усаги Зайца. Я забыл, что Рафи у нас без массовой атаки. Ты смотри, как, а? Так, раз, два, и Заяц. Заяц, давай-ка, жги. Сабли свои, ребята, просто веером. И торнадо, ребята, обрушивается на маленьких грибочков. Итак, у нас третья волна, а это значит, что будет атаковать сенсей, по всей видимости. Видимо, да, ребята, сенсей у нас наносит заключительный мощный дамаг, и, конечно же, может быть, грипп атакует. Смотри, он все-таки проснулся и бодр с полной сил. Так, лови грипп, атаку от нашего хитрого сенсея. Бам! 10-500, ребята, крит очень хорошо. Сенсей, как всегда, стабилен, всем по десяточке наносит дамага. Он просто молодец. А мы отправляемся дальше, ребята. Отправляемся к нашим големчикам в измерение X и будем с ними сражаться. Уже два брата, уже помощнее противники. И, конечно же, здесь, я думаю, начнем с массовых атак прям сразу. Конечно же, массовую атаку здесь зарядим и спокойненько вот так вот всех уничтожим. Конечно, ребята, Заяц просто бешеный, Усаги мощный, заряженный только на победу. И мы отправляемся в следующую волну. А здесь у нас будет сейчас сенсей наносить удар. И я думаю, вот нужно будет вот этого левого провокатора сразу же обезоружить. Да, давай, только провокатор у нас справа. Да, ну, провокатор ладно. Справа. Ага. А, левую скорость повеличил. Да, левую скорость увеличивает. Так, Рафис на себя спровоцировал атаки, но я думаю, что атаковать они особо и не успеют. Думаешь? Я думаю, все-таки кто-то нас да атакует. Ах, нет. Что-то нет. А, один всего, ребята, атакует и получает контратаку от Рафа. Провокация сохраняется вместе, кстати говоря, с защитой. И големчики сейчас будут атаковать только Рафа, хотя у них есть и массовые атаки. Возможно, кого-то еще заденут. Может быть, лавовый извергнет из себя вот этот вот сгусток лавы. Огонь. И еще поджарит других. Все возможно, ребята. Обычно гранитный сразу же какую-то ввысь атаку поднимающую, да, такую мощную, да, используют. Но здесь две контратаки, мне кажется, вообще никто не сможет противостоять нашим сенсею Рафу. Здесь уже наш великий Заяц атакует и, возможно, с одной атаки его уничтожит. Оу, это вообще расплюнуть нашему Усаги. Один удар и нет мощного босса, и сенсей точно так же 12 000 даже выбивает, и это очень-очень круто. Мы переносимся в следующую главу. Да, ребята, следующая глава у нас. И тут, конечно же, Ирмочка наша любимая. А перед ней маленький надоедливый Кренги с дебафами, который постоянно накладывает какую-то гадость на нас. Но у нас есть наш воин Заяц, который не даст им атаковать и спокойно их всех положит, нашинкует. Оу, да, ребята, вот так вот мощно. И, а нет, один остался, ты смотри, с постепенным урон. Два даже остались, ничего себе, я не заметил. Как интересно, да? Так, а мы используем провокацию, чтобы следующая волна, которая была, атаковала только Рафу и самоуничтожалась. Отлично, ребята, постепенный урон добил Кренга. Мы, кстати говоря, очень грамотно здесь сейчас поступили. И давайте-ка посмотрим, как справимся мы с этими щупальцевидными и, конечно же, дронами. Так, уже мы доминируем, остался
Только два противника, и, конечно же, сейчас они получат контратаку. Две контратаки, если смогут две осилить. Одну только пока что осиливают. И мы добиваем их, ребята, и отправляемся к верховному Кренгу. Ирмочка, Ирмочка сейчас у нас получит максимально мощный дамаг, потому что три самых одних из самых мощных персонажей пришли к ней в гости. Ребята, не забывайте, чтобы победить в этом конкурсе, который мы сегодня проводим, вам нужно обязательно подписаться на все три наших канала. Это Detol, наш основной, Detol Lego и Detol Hardplay. Это обязательное условие. Да, ребятки, и, конечно же, комментарии. И именно по комментариям мы вас будем выбирать. Чем больше комментариев, тем больше шанс у вас выиграть. Ну что ж, 7300 мы нанесли, и Ирма атакует Рафа, контратака, и, возможно, это победа. Ну-ка, нет, ребята, не победа, а вот Усаги просто наносит заключительный мощный удар, и мы отправляемся на Верховного, ребята, на Прайма. Прайм, да, у нас впереди, и, конечно же, первая волна хилеров, вторая волна дебаферов, ребята, и нам нужно с ними мощно расправиться. Хорошо, у нас есть массовая атака, я думаю, Усаги сейчас им покажет, где раки зимуют. Так и сделает наш великий воин, мы на это посмотрим. Так, Усаги, ну-ка дай им отпор, мощная атака с саблями, бой, и разносим, я думаю, что разнесем, да? Разрезали, порезали и уничтожили. Нет, ребята, все получили постепенный урон по одному, да? Да, так, ну что, я думаю, надо хилеров вывести, да? Да, давай по хилеру, раз, два, и я думаю, что... Провокацию активируем, потому что Мишка самоуничтожится. Точно, постепенный ну-ка. Урон. Да, очень так и произошло. Отлично, ребята, сами по себе противники уничтожаются. Здесь у нас дебаферы. С ними нужно тоже расправиться очень быстро. Но массовой атаки у нас уже нету. Это не беда, двойная атака от зайца. И сенсей тоже бы двойную провел, но не успел. Да, не успел, ребята, мощная, очень мощная атака. Дебафы сопротивления у нас не накладываются, это очень хорошо. Итак, вот сейчас было супер просто, контратаки срабатывают и практически добивают, кстати говоря. Да, практически это не очень хороший вариант. Вот сейчас сработало отлично. Ну что же, мы готовы сразиться с Праймом Кренгом. И, конечно же, ему не повезло, что он нарвался на такой состав. Да, ребята, три мощных персонажа, Сенсей, Усаги и Раф, вышли на здорового Кренги. И он сейчас, мне кажется, очень сильно пожалеет, что вообще вылез откуда-то оттуда снизу. Да, появился на этот свет. Ну что же, давай, Усаги, покажи класс и атакуй. 5000 хотя бы выбей. 3600 всего лишь выбивает Усаги, но зато будет приходить на помощь, да? Смотри, у нас массовая атака, и, скорее всего, это будет три атаки. Ой-ой-ой-ой-ой, раз, ребята, два сенсея, и Усаги поможешь друзьям своим? Нет. Нет, почему-то не стал помогать, хотя у него должна быть поддержка своих союзников. Но я думаю, поддержка работает, когда именно одного кого-то атакуют, а не массовая. Ну вот сейчас вот точно должно быть тогда две, потому что, смотри, Раф и Усаги походило поставить точку в этой битве. Усаги молодец, ребята, вывезли на... это как месть называется, да, за своего соперника? Да. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вы участвуете в конкурсе. Победителя мы с вами выявим в конце видео. Маленькая вставочка будет не со скриншотом, а именно с видео, как мы выбираем рандомом нашего победителя на сайте популярном. Я не помню, Вилса его использует, кто знает Вилса, тот, конечно же... Да, ребят, короче, мы используем специальный ресурс, чтобы определить, но результат-то мы сможем не в этом видео, конечно, показать, а уже... наверное, где-то через недельку выйдет видео, в котором мы объявим результаты. Так что, ребят, не пропускайте видео, в любом из них могут быть результаты в самом конце. Так что участвуйте в конкурсе, выигрывайте призы, 100 тысяч и 100-й уровень аккаунта. С вами была команда Detol, до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, пока! Пока!